Электричность могут выраблять нават звычайные приступки. Як механичную энергию перетворить у электричную, продемонстрировали навученцы 3-го областного лицея и 21-й школы Могилева. Их совместный проект стал переможцем на областном этапе республиканского конкурса «Энергомарафон». У им все лето удельничала рекордная колькость работ – 450 у разных номинациях. Установите счетчик воды. Устраните протечку. Посади древо, сдай макулатуру дома и у школе, рационально користайся электроэнергией, водой и теплом. Раз тетраизацию школьники делятся своим опытом, как сэкономить природные ресурсы и от малого перейти до глобального, выратовать землю. Сколько вытекает воды в год, сколько там свет расходуется. Изучали эту информацию, собирали все как-то в одно и старались это преподнести. В своей семье мы стараемся использовать энергоэффективные лампочки, использовать воду. То есть по второму кругу мы ее пускаем. Воду из аквариумов, использованную, то есть уже как бы, которая рыбам непригодна, мы поливаем ею цветы. У номинации проекта техничных мероприятий навученцы 3-го областного лицея и 21-й школы Могилева представили амаль науковую працу. Вырабатывать ток могут звычайные двери, те лестничные приступки. Смотрите. Обратно, туда-сюда. Ну, мы разработали две модели. Одна из них гидравлическая, другая механическая. В одной используется двигатель, в другой грелка. Ну, так, собрали из чего было. На производстве это можно сделать все намного меньше. Аккумулятор, к аккумуляторам вывести и как бы получать энергию. Энергомарафон сярод выхованцев дитячих садков, школьников, навученцев гимназии, лицеев, колледжев ладится у 10 раз по инициативе Департамента по энергоэффективности и Министерства эдукации. Насколько смогут они снизить энергопотребление, ресурсопотребление, настолько будет прибыльно работать каждая организация, настолько больше будет поступать налогов в бюджет. Я думаю, это прописные истины, которые мы уже сегодня взрослые понимаем. А вот ребята на примерах творческих, ярких, пока в информационном плане приобретают навыки привлечения всей общественности, и в том числе своих родителей, к сокращению потребления энергоресурсов. На областный этап республиканского конкурса проектов по экономии и бережливости «Энергомарафон-2016» поступило 450 работ, удвоя больше, чем летось. Переможцы проектов у 4 номинациях представить в область на республиканском конкурсе. Весной он пройдет у Могилеве. Татьяна Сергейчик, Александр Тарасов, «Новини региона».